Все, за костюмчиком. За костюмчиком. А почему мне куда-то вниз показывает? Я и в ядро хочу сходить. Что-то столько всего много в последнее время стало. У меня же горячая кнопка, что... Блин, пойду в ядро. Мне хочется посмотреть, что там в ядре. Идти твой колотить. Я столько сюда шел. Столько прошли. Я уже забыл вообще, во что я играю. Я привык кубики двигать. А, ну как я и думал. Дверь с цепочкой. Я еще до этого говорил, что так оно и будет. Так оно и есть. Дверь с цепочкой. И... Идиоты тут везде, да? Но мне надо куда-то... Ха, мне назад показывает, ну окей. Только куда там еще-то идти, я что-то никак не могу понять. И я компьютер не прочитал, все правильно. Компьютер надо прочитать. Что там хоть вообще, какой-то капитан Уэш? Что там за записи? Sweet. Арнольд, инженер, что из всех способ вместить в библиотеку Конгресса. Тра-та-та. Ну, это, короче, просто про систему. Понимаю вас. Утечка радиации. Где вы? Ваш та-та-та-та-та-та. Вас тут теперь накрылось. Все было таким... Спасти Нью-Йорк или что? Ну, Бостон, это ваша вина, Арнольд. Все эти смерти на вас. Все. И сообщение какое-то удалено. Я думал, здесь что-то будет покруче. Какая-то информация такая прям. Нет, ладно. Пойдем посмотрим, что все это значит. Почему нас куда-то еще тащит? Я так чувствую, мы сейчас круг какой-нибудь сделаем. Просто бесполезный совершенно. Просто потому что наша навигационная система работает божественно. Нет. Подожди, куда он меня тащит-то? Не, ну здесь прохода. Не, ну она тащит тупо назад нас. Тупо назад нас, я так понимаю, тащит. И все. И ничего тут заумного, я так понимаю, мы не увидим, не встретим, не почувствуем. Но я надеюсь, что у нас будет форма. Ну да. Не. Также ядро. То есть, ну, ладно. Не знаю. Типа, надо оттуда спуститься нельзя было, да? О, блин, опять это какая-то катавасия какая-то, не знаю. И ведь самое главное, что этот караван где-то находится внизу. Нет, не совсем внизу, это где-то выше. Нет, наверное, это надо на выход. Нам на выход, я надеюсь, нам не здесь. Все, валим отсюда вообще от этих полуумных психов. Хотя у них есть зад... Негромко молится. Нет, ты посмотри, я даже просто... Я ничего не делал. Я просто мимо прошел. Уже у меня появилось задание помочь какому-то там... Сволочи. Главное, как они ловко... Как они ловко умеют загружать мне в компьютер, в мой компьютер задание. Даже страшно представить, что бы было, если бы в реальности так. То есть ты идешь просто, а тебе... Хотя что, в принципе, спам, СМС, это примерно такая же ситуация. Храни вас атом. Зилот. Блин, сколько у меня целей. Не-не-не, подожди, иначе я сейчас с ума сойду. Лучше не вспоминать пока. Мне нужен... какого хрена? Это что, столько контейнеров? Епона мать, серьезно что ли?
И тебе больше скажу, вот сейчас-то, видимо, и понадобится этот сраный костюм, который, в общем, я, по-моему, выкинул, продал, да, по-моему, но он... Но он ни хрена же не помогал мне в воде. Или, может, помогал? Ё-моё. Я не помню, продал я его или не продал. Прекрасно. Прекрасно. Ладно, мы сейчас найдем все. Сейчас мы все найдем, сейчас мы все достанем. Где что ближе-то хоть к ёлки-палки? Все правильно, вот это. Отлично. Еще и ядерные тут осадки, да? Просто класс. Это, кстати, что? Что-то разоренное здесь. Или тут тоже где-то бомба упала рядом. Спокойно. Светящийся болотник. Ну это... Это не страшно. Я бы даже сказал, что это... Да и хорошо это. У меня точно этого костюма-то нет? Да нету, нету, нету. Я его... По-моему, слил я его, да? Не-е-е. Ладно, что-нибудь придумаем. В конце концов, все это выкупается назад. Да и все. Сейчас мы долбанем Радикса. Не знаю, что еще. Не знаю. Короче, ладно, все. Вот здесь вот и в пятку долбанем. И попытаемся что-то найти, но. Конечно, все это безумие. Нужен костюм. Нужен костюм. Хотя, может, и нет. Тут вон корабль какой-то. Может быть, и никакого костюма-то и не надо. Да чтоб тебя вылезет-то, я не знаю, что-то... Когда не надо, вот спокойно можно вылезти. Так, ладно, я еще раз и в пятку нажму, чтобы, а то сейчас погибнем геройски. Оу. Куда-то еще надо. Ниже, что ли, да? Блин, а куда? Я не вижу пока входа. Сейчас. Да, костюмчик, конечно. Сейчас бы, ой, как пригодился. Так, нам надо обходить вот с этой вот стороны, видимо. Где надо обходить-то, ё-моё? А, вот в каюту, да, зайти? Сейчас как бы нам. Штурмовая броня морской пехоты. Что-то, по-моему, я какую-то ерунду нашел, нет? Ну, штурмовая броня морской пехоты. Это... А, ну так нехило, а. То есть на секундочку, да? Разница такая ощутимая. Но опять-таки, разница ощутимая, но... У меня здесь и к удаче, и это, ну, ну ладно, допустим, хорошо. А как она выглядит? И чё я буду, как придурок с огромной лапой с этой носиться, что ли? Вы чё, серьезно? Я честно, честно, я ждал, что это будет броня, как у Братства Стали, только какая-то особенная, типа, ну, штурмовая пехота, знаешь, вот это. А в итоге мне какую-то хрень. Гранд Отель Элеон, наверное, это. Азалия зачищена, сейчас вот сюда переместимся, не хочу сейчас просто плыть. Сейчас опять там время терять. Мне легче перезагрузиться, потом опять подгрузиться, чем плавать. Ну,
Блин. Мы сейчас танкиста-то не вкачиваем. Вот что. Я понимаю, если бы я сейчас танкистов какого-то вкачивал, да, это штурмовая броня. Ну, хотя, ну, конечно, да, в принципе, что я ожидал от штурмовой брони. Она должна быть именно так. Но все равно. Ладно, в принципе, мы нашли только лишь ноги. Только лишь ноги. Да и то. То есть не весь костюм, может быть, есть... может быть, сама по себе одежда неплоха. О, пикничок тут кто-то. Горелый учебничек. Как тут интересно. Вот что мне нравится. Прошло 200 лет. Просто как бы в реальной жизни за год произойдет больше, чем здесь за 200 лет. Что это за 200 лет такие прошли? То есть это ошибка. Что-то было-то сейчас? Это ловушка типа была, что ли? Или что это было? Или типа тут кто-то обитает, просто меня потерял? Я вообще не понял. Что это сейчас было-то? Ну, то есть, как будто, знаешь, это вчера где-то все произошло, вот именно вчера. Ну, это сделано, наверное, вот на манеру фантастики какой-то. Это американская какая-то фантастика, то есть это... Нам, типа, не понять. О! Здорово! Это что такое вообще? Ты что, Иисус, что ли, какой? Причем... Тут, видимо, продавали, что ли, что? Тут, видимо, что-то продавали. Это, наверное, декорация, типа. То, что стул какой-то большой. Типа, здесь великаны жили и... Продавали, наверное, не знаю. Нет, какой-то. Ну, костерок какой-то горит. Нет, это не костерок, ни хрена. Это эти... А, нет, это трава долбанная. На, ладно. Еще Радыкса. Мы уж сидим на этой дряни уже. Нам уже все равно. Ой, я думал, тут рыба какая-то плывет. Я хоть правильно все плыву-то? А то я сейчас выяснится, что плыву-то... Не, вроде как да. Не, вроде как да. Иностранец сошел бы с ума. После такой фразы. Но только не мы. Только не мы. Радиация прибавляется. И я плыву куда-то в никуда. Классно. Да ладно, и без костюма справимся. Фиг ли мы вон тут наркоты насобирали, чё только не насобирали. Так. Что значит мы делаем? Мы еще Радыкса. Мы принимаем антирадина, две штуки. И... да. Да, 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 стимулятор. Мы нажмем F5, потому что, ну, без F5 уже никак. И... А, нет, все вообще на поверхности даже. Штурмовая броня, штурмовая броня. Даже неинтересная, хочу сказать. И переместиться отсюда нам сейчас нельзя, наверное. Потому что мы, типа, наверное, в воздухе. Тайник Дима. Блин, сколько тут всего. Какие-то тайники Димы. Какие-то... Так, лесопилка. Давай, наверное, лесопилки. Там хоть свои
должны быть... Не, можно. Из воды можно переместиться. Это хорошо. То есть, мне кажется, при выходе, когда игра вышла, мне кажется, нельзя было перемещаться. Там нужно обязательно было, чтобы... Может быть, я путаю, но у меня что-то такое чувство, что, по-моему, нельзя было. Надо обязательно, чтобы, типа, на ногах стоял персонаж. Ферма Эбернети. Помочь защитить. Сейчас я... Так, а чё, синт? Ну, нет. Я думал, из института, значит, настроиться на радиоволну, убить с кораблей. Что происходит? Что такое убийца кораблей? Ну, окей. Чё? Чё тебе надо? Ну ладно, давай поищем тут убийц кораблей. Хотя вроде как, да, я сначала... Ладно, мы сейчас закончим с первоочередной целью, потом будем решать, что дальше. Так сделаем. Вот выносливость, конечно, прокачали, сейчас совсем другая история. Болотник, что ли? Такие в шапчонке. Несемся. Давай. Шуруй. Ой. Мама. Легендарная матка болотников. Мама дорогая. Ну и что мне с тобой делать? Не, ну как, но... По-моему, это неправильно. Так, теперь надо найти ее. Где она? Ага, вот она. Счастливый охотничий карабин. Удвоение урона критических попаданий, повышение скорости запаления индикатора. Мало того, у меня походу вес, да? Нет? Нет, нормально. Ну, нормально и нормально. Ну, куда станет вот это оружие? Как мы с ним? С винтовкой мы вообще пока лучше все выглядим, да? Это что? Это вообще автомат, это чушь какая-то. Не, с винтовкой лучше все выглядим, прям. Прям какой-то норвежский спецназ. О, а там маяк. А там маяк, и что это, подожди, это куда это ведет? А это, походу, в никуда ведет, да? Наверное, до этого маяка доплыть нельзя. Нет, подождите, реально, что там за неизвестная земля-то какая-то? Ну, нельзя сейчас, наверное, неизвестной земли. Если туда пойдешь, будет взрыв. Что-нибудь такое. Собаки. Ладно, поплыли. Ага, контейнер. Ну куда? Ну. Ну чего? Штурмовая. Та-д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 а
хоть он подойдет нормально. И в пятку мы нажали. Где маяк? Вот маяк. Ну-ка, еще можно до него как доплыть? Что будет вообще? О, у нас перевес. Поздравляю! Так. А, сейчас. К переноске грузов. Ну давай. Можешь? Отлично. Что будет? Мы вернемся в Содружество или что?
Вы не можете пойти туда. Ну, короче, либо взрыв, либо какую-нибудь фигню мне напишут, что, дескать, пошел в задницу. Все, пошли убийцу этого, кораблей каких-то искать там. Не знаю. И надо разобраться сейчас с весом, что у нас вообще. Чем вообще подобрали? Че это за броня и с чем ее едят? Я бы, в принципе, не прочь поменять броню. Не прочь. Потому что я, в принципе, всю игру бегаю в одном и том же. Но с одеждой здесь совсем плохо. Мне просто, если она здоровенная, эта броня, если она какая-то психически вообще как будто не для неуравновешенных людей создана, ну зачем такая нужна броня? Ах, куда не туда нажал. Так. Ну. Так, шлем. Стоп. Тактический шлем. Стоп. А, вот гидрокостюм. Гидрокостюм морской пехоты. Ну-ка. Ага. Ну. Ну, хрен знает. Убраство стали. Я даже не знаю. Я не вижу вот кардинального отличия, почему я должен это выбрать. Потому что если взять форму БС, ну да, она, конечно, похуже, но все же. Ну хорошо, ладно, штурмовая броня. Давайте мы по полной. Штурмовая шлем брони морской пехоты. Но у нас еще есть тактический шлем морской пехоты. Окей. Ёпперсте, что за позор-то вообще? Ну это же капец какой-то. И что с моей рукой, почему она такая тонкая стала? Я не знаю, это как-то... Не знаю даже. Тактический шлем морской пехоты. О! Здрасте. Ну, давайте побегаем. Че, хоть, так сказать, чем? А, шьет, не шьютит. И надо тогда мне скинуть пока броню, что ли. Что-нибудь поскидывать, не знаю. Да вон в автомат вот это скину, че я туплю-то. Нет, не в автомат. Ну, вон в автомат по продаже. У меня сколько, что там по весу-то? Ну вот, счастливый охотничий карабин. Вообще можно спокойно даже ремонтный этот. Уже, в принципе, можно бегать. Но я же что-нибудь найду, наверное. Наркоманский ломик, мощный боевой дробовик. Вот это я не знаю, вот это тоже спокойно. Ой, короче... Замедление времени при прицеливании. Я не знаю насчет вот этого. Ладно, я тоже пока скину. О, сколько всего просто на ровном месте. Так, сейчас пойдем за этим. Сейчас вот, да. Сейчас вот пойдем за этим убийцей кораблей или кто там. Сейчас пошли, пошли. Ну и что за дела-то? У меня что, с весом какие-то опять проблемы? А, закончился этот, да? Ах, действие закончилось. Понятно.
Или я проглядел все. Ну, я не знаю, как-то... У меня что-то как-то вообще не знаю я, что сказать по поводу данной брони. Она какая-то вроде крутая вся из себя, но в то же время как бы... А нахрена она мне? Она неинтересна совершенно. Ладно. Нет, это я оставлю, а то вообще все растеряю. Ай, блин. Я просто не хочу скидывать, я боюсь, вдруг я забуду, что-нибудь потеряю. Тактический шлем морской пехоты. Не хочу. Я просто не хочу вообще броню никакую скидывать. Вот что. Поэтому давай-ка мы посмотрим, что я еще могу скинуть. Крюк для мяса. А вот и все. Так, все, пойдем убить с кораблей. Ага. Убийцы кораблей. Что это такое только? Почему у меня опять радиация? Я не понимаю. У меня костюм от радиации защищен. У меня Радекс, я не знаю, все равно какая-то радиация меня наносит в сторону. Плохо прыгаем в этой броне, вообще ужасно. То есть меня прям так видно в этой броне, да? Не, она мне не подходит. Мы сейчас, конечно, чуть-чуть... побегаем в ней, но... Это, конечно... Она, не знаю. Она даже не классная. Не могу я назвать ее классной. Так, сюда, что ли? Опа. Мало того, мы не такие прям подвижные. Куда идти-то? Ага. Спокойно.